Мы продолжаем знакомство с основными положениями достаточно общей теории управления. И вот ознакомившись уже со многим, сейчас мы приступаем к одной из сложных, пожалуй, самых сложных вопросов, входящих в достаточно общую теорию управления, это рассмотрение процессов, протекающих в суперсистемах. Мы уже с вами на предыдущих занятиях коротко познакомились, что такое суперсистемы. То есть супер это значит сверхсложная система. И в науке определение такое дает сверхсложным системам. Она состоит из множества одинаковых, похожих элементов, которые обладают памятью. Каждый элементик обладает памятью. На основании этой памяти он может самоуправляться, этот элемент, вот, может передавать информацию другим элементам, похожим на него, значит, тем самым управляя этими другими элементами, может получать информацию от других элементов суперсистемы и тем самым волей-неволей как-то реагировать на эту информацию, которую он получил. То есть и та другая информация по отношению к этому элементу, это есть информация управления, хотим мы этого или не хотим. Вот. Такие суперсистемы, вообще их назвали, они базируются на вычислительной технике. И когда приходится решать много задач, в частности, я уже говорил, при освоении космического пространства, вот когда спутники летают, значит, ракету готовят, на космодроме Байконур я служил, и при управлении спутниками как раз вот применяются супер, то есть сверхсложные системы. Вот представьте, автомобиль летает на орбите, значит, а мы же не можем его пощупать, поэтому все это делается с помощью телеметрических систем, которые передают информацию и о давлении, и о температуре, и о запасе воды. А если еще там живой человек в этом автомобиле, значит, то о нем информацию, все это надо обрабатывать. Рулить-то нельзя руками, поэтому рулить с помощью радиокоманд приходится туда выдавать. Это я для чего говорю? Что, в принципе, все эти вопросы, вот процессы, протекающие в суперсистемах, они так или иначе определены, формализованы уже в науке. И, в принципе, можно было использовать те наработки, которые были, применительно к другим процессам. А каким другим? А если вот так посмотреть на людей, что мы из себя представляем? Мы представляем ту же самую суперсистему. То есть у каждого человека есть память, на основании которой он как-то там самоуправляется, живет, общается с другими людьми. Он передает информацию другим элементикам, значит, таким же людям, голосом, книгами там своими, значит, занятиями, еще чем-то. Он получает информацию от других людей, значит, тем самым на него все это воздействует по телефону, из литературы и так далее. Вот. То есть человеческое общество – это некая тоже суперсистема. А теперь то, что вот только что мы с вами рассмотрели, когда порассуждали немножко о том, что такое интеллект, вот на предыдущем занятии, то получается, что во Вселенной тоже такие же процессы происходят. Солнце передает информацию, значит, на планеты, в том числе на Землю. А какая информация? Вспышка на Солнце, бах, а у людей сердечно-сосудистая система сжалась. Значит, камень разогрелся, остыл, разогрелся, остыл, бах, развалился. То есть эти процессы, а теперь представляете, это мы рассмотрели Солнце, Земля. А Луна, приливы, отливы на Земле, то есть, значит, она притягивает воду при определенных соотношениях расположения планет там и так далее. Другие планеты тоже оказывают. И если вот так разобраться, то получается тоже вся Вселенная, это супер-супер-пупер, сверхсложные системы. И в ней тоже происходят похожие процессы, то есть передается информация, управляя другими элементами Вселенной и так далее. Вот сейчас мы и рассмотрим, а как это все делается. То есть, для чего мы это рассматриваем? Не абы для чего, вот просто так вот порассуждать. Хотя вообще и это интересно, процессы, протекающие в суперсистемах. Но мы будем трансформировать все это, то есть представлять применительно к жизни людей. Потому что
можно и нужно, и даже обязательно надо рассматривать эти вопросы по отношению вообще процессов, протекающих во Вселенной. Но поскольку сейчас человечество в кризисе, и какие примеры приводить? Лучше всего вот на жизни общества. А человеческое общество – это некая суперсистема, значит, которая вписана в другие суперсистемы. Вот об этом и пойдет, вообще говоря, речь. Значит, как нам, какие процессы происходят по отношению к нам, и что надо делать, чтобы вот мы в этой супер-супер-пупер вселенной, в системе, значит, жили достойно, счастливо, как надо строить жизнь свою. Поэтому надо какие-то азы знать. Вот об этих азах у нас сейчас пойдет речь. Итак, мы говорим, что мироздание в целом это некая суперсложная система. Оно предстает, вот все мироздание, как объемлющая суперсистема по отношению ко всему множеству взаимно вложенных суперсистем, которые есть. Значит, и вот эти взаимные суперсистемы, взаимная вложенность, ну, попытка изобразить здесь графически, что значит взаимная вложенность? Они существуют как бы вот параллельно, то есть если одна элементики суперсистемы обозначить вот ноликами, вот это один элементик, другой элементик, третий и так далее. Вот их много элементов. А другая суперсистема, элементики обозначить плюсами. Вот плюс, 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 плюс. И вы видите, они существуют вместе, хотя это разные суперсистемы. Вот здесь на нижней картиночке нарисовано несколько суперсистем. Здесь уже точечками обозначены. Значит, вот одна суперсистема, это вот красненькие минусы, синенькая, это и плюсики, это вторая, и вот третья. И когда они, видите, взаимно входят в друг друга, они получаются взаимно вложенные. Вот что понимается под взаимной вложенностью суперсистем. В суперсистемах, значит, может быть интеллект. Значит, и речь здесь идет вот о чем. Интеллект есть всегда, когда существует полная функция управления. То есть, мы уже с вами неоднократно говорили, что в полной функции управления, если кто-то управляет чем-либо, то он обязательно должен распознавать факторы, которые действуют на вот его систему, которую он управляет, в том числе и на него. Уж коли он управляет, значит, он должен выработать цель управления, то есть, куда вести свой объект управления, как достичь намеченной цели и так далее. А это предполагает творчество. А творить можно только с помощью интеллекта, поскольку интеллект – это способность вырабатывать некие новые информационные модули, ранее тебе, ну, не свойственные, то есть элементу. Вот ты не знал это, а взял вот так, подумал и, значит, сформировал новый информационный модуль. Значит, для того, чтобы реализовывать свои предумышления, так сказать, вот, реализовывать управление. Поэтому интеллект есть всегда там, где есть полная функция управления. И он может быть либо в самой суперсистеме, либо в объемлющем иерархически высшем управлении по отношению к суперсистеме. И вот интеллект может быть внешним по отношению к суперсистеме. И вот мы видим здесь фрагмент. Всегда дальше картиночки будут они что в себе размещать. Значит, вот суперсистему мы будем обозначать вот так вот, и вот ее элементики, видите, синенькие эти кружочки. То есть вот суперсистема. Это, конечно, вы не подумайте, это ну, некое условное графическое изображение, чтобы хоть как-то визуально это отобразить. Вот. А на самом деле это не на плоскости, а... И даже не трехмерное пространство, а это вот многомерное, то, что, помните, мы с вами рассуждали. А что такое многомерная матрица? То есть есть двумерная ось абсцисс ординат, трехмерная, а многомерная ее вот графически ну, нам нельзя изобразить. То есть это чисто условное изображение. Не думайте, что на самом деле это именно так. Вот эта суперсистема. Значит, всегда присутствует иерархически наивысшее объемлющее управление, то есть Бог, который всем управляет в мироздании. И вот по отношению здесь есть интеллект, который в некой другой суперсистеме, он является внешним по отношению к этой суперсистеме. Вот. Может быть внутренним интеллект. И вот на этой картиночке
изображено, что внутри этой суперсистемы есть интеллект, и он воздействует на все остальные элементы суперсистемы. То есть он внутри. Значит, интеллектом могут обладать, значит, сами элементы суперсистемы, могут обладать подмножество какой-то элементов суперсистемы, могут обладать отдельно взятые элементы суперсистемы, значит, или один или несколько элементов, которые внутри своей структуры имеют элементы, обладающие интеллектом. То есть базирование интеллекта на различных элементах суперсистемы может быть самым-самым различным. Сопряженный интеллект. Что значит такое сопряженный интеллект? Это осуществляющий самоуправление суперсистемы как единого целого в пределах иерархически высшего объемлющего управления вне зависимости от его локализации по отношению к суперсистеме. Вот. Он может быть, как мы сказали, внешним, а может быть внутренним. Типы суперсистем. Какие могут быть суперсистемы? Ну, это вот применительно ко всему мирозданию. И сейчас мы скажем в отношении всего человечества в том числе. Суперсистемы костные. От слова кость. Жесткие. То есть. Значит, это существующие устойчиво в некотором балансировочном режиме, пока существуют слагающие их элементы. То есть это вот костная, жесткая такая суперсистема. Суперсистемы с возобновляемой элементной базой. Вот как вы думаете, человеческое общество на планете Земля, оно какое, костное или с возобновляемой элементной базой? С возобновляемой, то есть элементики уходят в мир иной и новые возобновляются. То есть мы суперсистемы с возобновляемой элементной базой. Суперсистемы эволюционирующие, такие, которые, ну, их элементы обладают некоторым запасом устойчивости и обладают некоторым потенциалом развития. И давайте зададимся вопросом, вот мы, человеческое общество, мы суперсистема эволюционирующая или костная, застылая? Мы и с возобновляемой элементной базой, и эволюционирующие. Почему? Потому что мы с вами уже проходили, что у каждого элементика есть генетически обусловленный потенциал развития, помните? И в целом все эти элементы, как совокупность, как суперсистема теперь уже, обладает соответствующим потенциалом, который она должна освоить в процессе своего развития. Значит, и вот тут мы и выходим. На какой вопрос? А вот когда начинается это развитие суперсистемы? Вот когда-то же была создана наша суперсистема в результате каскада мутаций. Помните, мы говорили, когда появился от прото-человек тот человек, который сейчас есть, и он был генетически замкнут по отношению к породившим его предкам. То есть теперь с позиции вот того, о чем мы говорим, получилось так, что суперсистема, которой вот сейчас мы представителем являемся, она была введена в объемлющую их суперсистему, ну, имела, наверное, какую-то цель. А та, которая была до того, она породила, то есть вот существующую суперсистему, и ушла в небытие. Это, вообще говоря, серьезная штука. То есть речь идет о чем, для чего мы живем, и что с нами, как с человечеством, будет после того, когда мы освоим свой потенциал развития, предусмотренный Богом, и мы должны перейти в какое-то новое качество, о которых всякие учения говорят, значит, вот как там будет, переход там в какое-то другое состояние, в какое, ну, это знает Бог. А мы пока можем только догадываться, прогнозировать, подозревать, получать от него откровения, подсказки и так далее. То есть, то, что вот мы сейчас порассуждали, это то, что вот на этом плакатике нарисовано, видите, под заголовочек, локализация – начало процесса освоения потенциала развития. То есть, когда появляется суперсистема, вот есть некая среда, видите, она нарисована, среда находится под управлением иерархически высшего объемлющего управления, и в эту среду вводится суперсистема для неких целей.
То есть она не просто так вот от нечего делать взяла и появилась. Нет. То есть вы знаете, управление бесцельным в принципе быть не может. То есть если что-то делается, это всегда имеет цель определенную. И вот так же и человечество, оно было введено, говоря научным языком, а на языке обывателей появились люди на земле. То есть а на самом деле введено было, потому что все процессы управляемы. Значит, была введена суперсистема для решения ей определенных целей. И вот время начала адаптации, то есть приспособления суперсистемы к среде и освоения его генетического потенциала, это вот есть начало функционирования суперсистемы. Среда – это процессы, с которыми имеет дело суперсистема. И эти процессы, они вот оказывают свое воздействие, материальное, информационное, смешанное на суперсистеме. Вот все это, воздействие среды на суперсистему, то есть на людей, дожди капали, ветра дули, значит, ну там что еще было, всякие болезни нападали, звери, все, то есть среда действовала, а люди отражали все это дело. Вот, поэтому все это ведет к возникновению особенностей биологических видов. И вот, а ведь если говорить о суперсистемах, то и другие животные виды, это же тоже суперсистема определенная. Значит, и суперсистема в целом, ее фрагменты, элементы в общевселенской мере, вот под этим воздействием, есть два вида локализации. Пространственная локализация и информационная локализация. Что это такое? Вот примером пространственной локализации, только это пример, вот еще образ пространственной локализации. Ведь мы говорим о чем? Что пространство, время – это субъективные характеристики, привнесенные человеком. То есть примером такой пространственной локализации – это субъективизм, значит, в оценке. Это частная мера, с помощью которой можно мерить какие-то параметры. Так вот, примером пространственной локализации является гелиоцентрическая модель Солнечной системы. Вот она нарисована, Солнышко, вокруг Солнышка вращаются планеты. Это вот некая суперсистема, гелиоцентрическая модель, значит, фрагмента Вселенной. Она существует под воздействием некой среды, то есть в пределах какой-то галактики. Галактика там, значит, еще в объемлющей этой системе. Итак, доходим до воздействия иерархически наивысшего объемлющего управления, то есть всей Вселенной, которая является Богом и управляет всеми процессами, обладая интеллектом, вот в подчиненной ей Вселенной. Значит, это вот пример пространственной локализации. А информационная локализация, она может быть, иметь разный характер. Я вот вам приведу пример такой, значит, что можно одну и ту же информацию, в книге в частности, разместить в предисловии. А, информацию о книге, да, можно в послесловии разместить. Я тоже разместил эту информацию. А можно рассыпать ее в пределах вот всей книги, там, в примечаниях, там, добавлениях и так далее. Вот вам примеры информационной локализации. Взаимодействие среды и суперсистемы. Ну вот опять картиночка уже теперь привычная. Вот есть суперсистема, есть ее элементики, много-много. Вся эта суперсистема подвергается воздействию среды, то есть объемлющей ее системы. И все это в пределах иерархически наивысшего объемлющего управления. Для каждого из элементиков этой суперсистемы, вся суперсистема – это часть среды. То есть вот берем этот элементик, а на этот элементик действует и этот элементик, и дождик на него падает. Если вот я сижу перед вами, я элемент суперсистемы, но на меня действуют другие элементы, начальники, там, подчиненные, родственники, знакомые. Они же действуют, правильно? Значит, на меня действует объемлющая система. Капают дожди, снег, значит, холод, жара, значит, то есть все вот это воздействует. То есть по отношению ко мне, значит, как элементу суперсистемы, суперсистема является давлеющим фактором, объемлющим меня. Ну, то, что классики говорили, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
Поэтому даже вот из таких научно обоснованных взглядов следуют вполне конкретные выводы для тех, кто хочет быть. А я вне политики, а я вот сам обойдусь. Достанут, и в лесу тебя достанут. Отец Виссарионов, он ушел в лес, увел свою паству и говорит, цивилизация гибнет. Когда погибнет, мы выйдем из леса и начнем строить новую жизнь. Но его и там достает налоговая инспекция, значит, его паства в суды на него подала, потому что деньги он собирал с них, значит, как в Питере продавали квартиры, чтобы попасть в город солнца, вносили ему взносы, а потом, говорит, мы характерами не сошлись, он говорит, а денег-то у меня нет, они говорят, отдавай назад. То есть не получается скрыться никуда. Поэтому вот это надо понимать, что на каждый элемент суперсистемы действует вся среда. Тоже можно порассуждать и о глобальной политике, внутренней, внешней. Помните то, что мы говорили, в частности, во вводной лекции, когда говорили? То есть не получится ничего. Но все элементы, они автономны, вообще говоря. Значит, и по материальному носителю, я вот материальный носитель, по информационному обеспечению, то есть я вот обладаю такой информации, другие обладают другой информацией, разные меры у нас там понимания. Но все элементы, они так или иначе замкнуты на суперсистему в целом. Но это, поэтому суперсистема в целом, это также автономно до некоторой степени вот, по отношению к среде. Но среда оказывает на нее свое давление. Но по отношению к среде, суперсистема может быть. И вот тут три варианта. Первый вариант. Суперсистема не замкнута по отношению к среде. То есть она, на нее среда не оказывает. Вот среда пытается, она ничего сделать не может. Суперсистема самоуправляется в пределах иерархически наивысшего объемлющего управления. Второй вариант. Может поддерживать свое существование за счет ресурса среды. То есть вот вы видите, другая картиночка, есть суперсистема, и среда оказывает свое воздействие и своими ресурсами подпитывает вот суперсистему. И третий вариант, может быть обмен со средой обоюдной. То есть среда оказывает свое воздействие, но и суперсистема оказывает воздействие на среду. Давайте порассуждаем. Применительно к человеческому обществу. Вот мы суперсистема. Среда для нас что? Планета, Земля, то есть дожди, ветры, леса, моря и так далее. Мы можем изолированно существовать без среды? Нет, то есть вот для нас первый вариант не подходит. То есть подходит второй вариант уже. Значит, поэтому среда подпитывает нас ресурсами. Значит, дождями, водой там и так далее, значит, продуктами питания, бананами и так, остальными всеми вещами. Вот. Но, а мы что? Мы вмешиваемся в среду, мы вмешиваемся, то есть мы действуем, воздействуем на среду. То есть происходит обмен со средой. Теперь давайте скажем так, а биосистема, вот биосфера планеты Земля, она подпитывается или она автономна по отношению к окружающей среде? Или подпитывается? Вот окружающая гелиоцентрическая модель, вот все эти планеты, не оказывают на нее воздействие? Оказывают, потому что лучи солнца светят, так сказать, вспышки на солнце, и они оказывают то засуха, то еще чего-то, то, значит, всякое происходит, день, ночь, холодно, жарко, то есть среда вмешивается, она оказывает за счет своих ресурсов воздействие. Вот. А Земля оказывает воздействие или не оказывает на окружающую ее среду? Ну, очевидно, что оказывает. В том числе даже, так сказать, в перемещении планет. Вы знаете, значит, Луна, она удерживается планетой Землей, значит, и ее колебания, там, как она крутится, значит, сказываются под воздействием земного притяжения. То же самое, Земля оказывает воздействие на Солнце, как и другие планеты, и формированием вот той плазменной составляющей, которая, так сказать, определяет поведение Солнца, Земля тоже оказывает свое влияние вместе с другими планетами и на вспышки там, и на другие вещи. Вот поэтому для нас характерен вот этот третий
вариант взаимодействия системы, суперсистемы со средой. Рассмотрим теперь информационное обеспечение элементов суперсистемы. Ну, прежде чем приступить, вот надо, я понимаю, что сейчас идет некий курс такой, и кто смотрит, значит, вот эти лекции, сразу, конечно, все, может быть, не укладывается в голове, особенно у людей постарше, потому что молодежь-то, она сходу это все, это чистый лист бумаги. То есть, вот я читал лекции студентам Международного коммерческого университета, им что говоришь? Мир состоит из трех частей, и они пишут за тобой, материя, а информация мира, а люди постарше, они говорят, что это мужик такое говорит, там, меня так этому не учили. То есть он сравнивает, информация сгружается не в пустоту. Вот. Я для чего это говорю? Чтобы вот сейчас все это правильно понимать, надо вспомнить и как бы держать в памяти все, что мы уже с вами изучили до того. То есть, а по большому, так вот, по крупному, значит, какие вещи надо держать? Что мир един и целостен, и все процессы в нем носят процесс колебательный и представляют неразрывный триединый процесс. Материя переобразуется по мере развития. Вот формула. То есть триединство. Материя, информация, мера. Безобразной материи нет, и каждая материя, значит, она наделена мерой. Значит, информация, которой она обладает, она наделена мерой. Нет вещи без образа, Аллах создал всякую вещь и размерил ее мерой. Вот три кирпичика, которые надо всегда помнить. И дальше что надо помнить? Что все процессы управляемы. Нет неуправляемых процессов. И есть процессы управляемые и самоуправляющиеся. Но даже чтобы войти в режим самоуправления, его надо организовать, это процесс самоуправления. Поэтому тем, кому кажется, что вот я тут, значит, самостоятельно, нет, все это в рамках иерархии определенной управления. Значит, а передача информации, а что значит информация? Колебательные процессы, они все несут в себе некую информацию, наделенную какой-то мерой, числовой, количественной, звук колебаний, свет колебаний и так далее. Поэтому очень важно, вот эти мы моменты говорим, не просто так, абы порассуждать, а вот сейчас поставлена задача, информационное обеспечение элементов суперсистемы. А что значит информационное обеспечение? И вот надо вспомнить, ага, информация, она неразрывна с материей, материальным носителем, потому что информация, она, ее абстрактной не бывает, она всегда сидит на материальном носителе. И информация всегда размерена. Слово – это код, мера, буква – это тоже мера. Значит, любые процессы, вот колебательные, они наделены мерой. Значит, либо частота какая-то постоянная – тоже мера. Если шифр какой-то в частоте, то это тоже мера. Вот. Поэтому, когда я вроде бы говорю там информационное обеспечение элементов суперсистемы, а вы должны как бы вот это все помнить, что я сейчас наговорил, что это триединый процесс, что передача информации – это всегда управление, информация передается с помощью материального носителя, информация наделена мерой и так далее. Значит, а и передача информации изменяет состояние другого фрагмента и так далее. Вот эта такая схема, она должна всегда у человека быть. Вот этого как раз нас и лишило древнеегипетское жречество. Помните? Вот эти две пирамидки. Вот все, что я вам говорю, они нам не дали. Они дали чего? Вот отсюда каждый знает свое. Лирик, лирику, физик, физику. И все. А целого вот такого понимания не дали. Для чего? Чтобы обдуривать нас. Вот и все. То есть манипулировать сознанием. И управлять тем самым. Так вот. После такого коротенького напоминания, значит, дальше продолжаем. Итак, информационное обеспечение элементов суперсистемы. Вот нарисован элементик суперсистемы. Вот. Синеньким. А красненьким нарисован его информационный модуль. Яйцо такое. И яйцо состоит из двух полуяиц. То есть верхняя часть яйца и нижняя часть яйца. Значит, это вот называется информационный модуль. Информационное обеспечение поведения элементов, то есть самоуправление, организовано двухуровневым образом.
Вот первый уровень, нижняя часть яйца, она идентична, одинакова для всех элементов суперсистемы. То есть вот это нижний пол яйца, они у всех элементиков суперсистемы одинаковы. И она обеспечивает пребывание элементов в среде с некоторым запасом устойчивости с момента введения суперсистемы в среду. Если этого нет, то суперсистема не может пребывать в среде и вытесняется ею, то есть уничтожается. Вот назначение фундаментальной части. То есть у всех она одинакова. Ниже мы дальше рассмотрим вот на примере человека. А вот верхний пол яйца, адаптационная часть, значит, второй уровень, она развивается в каждом элементе индивидуальным образом на основе фундаментальной части. То есть без фундаментальной части адаптационной части быть не может. И развивается она в процессе функционирования системы. И вот здесь картиночка показана, вы видите, адаптационная часть. Вот если нижняя часть яйца, она одинакова, видите, первая, то развитие происходит как? Сначала вот она, адаптационная часть небольшая была, потом стала еще больше, и с развитием опыта становилось все больше, больше и больше. И если вспомните вот ту картинку, когда мы говорили о соотношении, значит, генетического потенциала и социального потенциала, вот это оттуда, то есть сейчас социальная составляющая задавливает генетику, то есть вот это из этой же все серии. Поэтому дальше что? В фундаментальной части может быть иерархическая упорядоченность информационных модулей. Вот на этих картиночках представлены информационные модули, маленькие, видите, вот эти модули, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, первый, второй, третий, пятый, шестой. Значит, она необходима для обеспечения изначальной специализации элементов, входящих в суперсистему. Значит, ну, пример вот такой специализации, это разделение элементиков суперсистемы по половому признаку. И то есть вот здесь, видите, я картиночки нарисовал, проведено. Вот такое расположение информационных модулей материализуется. Ведь если информационные модули расположены так, ага, вот ты мужчина, вот твои признаки, да? Если ты женщина, у тебя информационное обеспечение другое, и ты материализуешься в других признаках. Ну, я думаю, зрители меня понимают, в чем выражается вот это. Вот поэтому все эти информационные модули, они заложены в человека, и фундаментальная часть у всех одинакова в этом смысле, но разделение по специализации идет. Значит, ну и в частности, вот такая специализация, она реализуется по половому признаку, с тем, чтобы обеспечить воспроизводство, возобновляемую элементную базу суперсистемы. Вот. А адаптационные части, они развиваются в соответствии с фундаментальной частью. Поэтому адаптация, в частности, мужчины и женщины, она тоже различна. И вот видите, расположение элементов информационных модулей в адаптационной части тоже определяется фундаментальной частью. Вот все, что я наговорил, это отражается в структурной организации материального носителя, то есть каждого из элементиков структуры. И реально в жизни это мы видим, вот среди нас людей много, а все что по половому признаку, вот идет мужчина, а вот идет женщина. А дальше тоже признаки разные, значит, информационные, там есть нюансы в зависимости от адаптационной части. Ну, какие примеры тут можно привести, значит, вот если генетические нарушения какие-то были, там, помните то, что мы рассматривали, я на базе этого приведу, то видно, ага, вот идет человек, девка, краса, чудо, коса. Значит, генетически здоровое ядро, мужик идет, генетически здоровое ядро. И если угнетение шло, вот, информационных модулей, отсечение себя от Бога, чем алкоголем, там, наркотики, то что идет? Хилый, замученный, еще что-то там. То есть это тоже все выражается на материальных носителях. Вот если так по-рабоче-крестьянски рассказать об этом.
Вот в больших суперсистемах, а мы большая суперсистема достаточно, все это отражено в статистических характеристиках вариаций параметров элементов и предопределено в вероятностном смысле благодаря чему? А благодаря вот чему, потому что множество элементов суперсистемы, вот с нижней частью яйца и с верхней частью, то есть фундаментальной адаптационной частью, они мгновенно незаменимые элементы, вероятностно заменимы другими элементами в течение некоторого вероятностного предопределенного времени. То есть вот что я сейчас наговорил, речь идет о чем? Опять об устойчивости системы. Значит, если вот элементы суперсистемы, на них воздействует какой-то фактор, и один элементик не может определить, что это такое тут на меня валится, другой элементик не может, но поскольку много элементов, и их жизненный путь был разный, то вероятностно предопределенно из всего множества элементов кто-то скажет: мужики, вы что, на нас астероид летит, он скоро вообще нас тут грохнет, а мы сидим и ничего не делаем. Я сказал не сказку, все вы наверняка смотрели этот американский, ну, боевик-то, как он называется, не апокалипсис, а Армагеддон, где на Землю летел астероид, и американцы запустили туда своих буровиков, на двух кораблях они сели, пробурили там скважину, заложили туда ядерный заряд, и астероид разорвало, и Землю спасло. Вообще говоря, такая вероятность существует. И если говорить вот об элементиках суперсистемы, то чтобы отразить возможность такую, все человечество должно действовать согласованно. Но и об этом мы еще ниже чуть тоже скажем. И ученые, вообще говоря, некоторые уже высказывают такие мысли вот, о том, что надо... Суперсистема, она должна быть способна отражать все факторы, воздействующие на нее. Вот, в любых условиях. Если этого нет, система гибнет. Так вот, для того, чтобы суметь отразить этот фактор, надо, во-первых, его распознать. А о чем сейчас я сказал? А ежели элементики системы не знают, как распознавать этот фактор? Так вот, вся концепция, по которой мы живем, она что? Я знаю, а вам ничего не скажу. Тем самым лишает элементы суперсистемы необходимых знаний для того, чтобы когда возникнет какой-то фактор, а он не обязательно может возникнуть сверху, он внутри системы может, болезнь какая-то или еще что-то. И если никто, ни один элементик не сможет определить, то мы сами себя ухайдокаем. Так какая концепция торжествует у нас сейчас в обществе? Торжествует как раз вот такая, когда элементики суперсистемы я знаю, вам не скажу. И в нужный момент может оказаться, что вообще не найдется такого элементика, который бы вот, смог отразить возникшую опасность. Так вот, речь идет о чем? Что суперсистема, ввиду того, что мгновенно незаменимые элементы вероятностно могут заменимы другими подобными элементами в течение определенного времени, которое позволит обеспечивать устойчивость этой системы, это нормально. И вот информационный обмен между элементами внутри суперсистемы и суперсистемы со средой подчинен вероятностным предопределенностям в пределах иерархически наивысшего объемлющего управления. Элементы суперсистемы с течением времени накапливают информационные отличия друг от друга и могут обладать несколькими специализациями, то есть они пригодны к использованию по разным частным целевым функциям управления. Вот благодаря всему этому, все это ведет к тому, что суперсистема обладает памятью, а у Пушкина опять фраза есть хорошая, вот чем хорошо, чтобы образы рождались. Правду знают все. То есть правду один человек не может подменить своей персоной все человечество.
Но вот вся суперсистема, она действительно, то есть я знаю одно, вы другое, вы третье и так далее. И все вместе мы знаем некое целое. Поэтому суперсистема обладает определенной памятью своей, то, что называется коллективной там, мощь или там, коллективный интеллект. Хотя мы об этом поговорим, что такое соборный интеллект и когда он может быть рожден. Гибкостью поведения она обладает. Значит, то есть ее реакция, вот суперсистема, ее самой, ее фрагментов, ее элементов на одно и то же воздействие среды однозначно не предопределено, хотя и предопределено в вероятностном смысле. То есть, вообще говоря, лозунг-то очень простой, вот он нарисован. Чего один не сделает, сделаем вместе. То есть вот так надо организовывать жизнь суперсистемы. Ну и коль скоро мы уже вот разговорились об этом, вообще-то проще, можно и без рисунка все это говорить. Вот все, что я рассказываю, в конечном итоге смысл-то этой лекции и вообще цель что? Значит, на что мы выйдем? Надо так организовать жизнь суперсистемы, то есть жизнь человеческого общества, чтобы мы работали на достижение цели, которая поставлена по отношению к суперсистеме, то есть к нам. А цель кто поставил? Бог. Поэтому мы должны распознать эту цель, мы об этом уже говорили. А для этого все элементики суперсистемы должны обладать определенными знаниями, пониманием происходящего. Нас сейчас лишают такого знания. Дальше, мы должны, а с другой стороны, мы, как элементики суперсистемы, среда на нас воздействует? Воздействует. Поэтому мы вынуждены подчинить свою деятельность отражению факторов воздействия среды. В чем это заключается? Мы должны питаться, то есть должны пахать землю, там, добывать хлеб насущный, одеваться должны, перемещаться должны. Это необходимо делать. Поэтому как бы две задачи, не как бы, а две задачи. Одна задача у элементиков суперсистемы – обеспечить свое пребывание в среде устойчиво. А другая задача – работать на достижение той цели, которая поставлена по отношению к нам. А теперь так, если вся деятельность каждого элементика суперсистемы и всей суперсистемы в целом подчинена чему? А только подчинению, значит, выполнению задач поддержания пребывания в среде, то есть одеться, обуться, как у людей мне надо, то мы не работаем на достижение цели, поставленной нам свыше. Чувствуете? Все. Так в какой системе мы живем? Мы живем как раз вот в такой системе. А надо как? Наоборот, так жизнь людей организовать, чтобы минимально необходимое время люди тратили на свое пребывание в среде, то есть обеспечение пищи и так далее, и максимум времени высвобождали для чего? Для достижения той цели, которая поставлена нам свыше. Все. Вообще говоря, вот можно лекцию дальше не читать. Все понятно. Поэтому, например, если говорить о тоталитаристе Сталине, то он говорил с чего? Он говорил, рабочий день должен быть не более 4-5 часов, а остальное время люди должны тратить на самообразование, воспитание детей и так далее. А демократы что сейчас привели к чему, которые за благо человека и так далее. Все трудятся с утра до ночи и, так сказать, впадают в стрессы, там, как в Японии и прочее. Чего и чего это? То есть мы работаем на пребывании в среде, не работаем на достижении цели. И разговоров-то об этом нет. И это считается жизнью, потому что Тальков и пел в той стране, в которой вы все не живете. Почему? Потому что нельзя это жизнью назвать. Это не жизнь, а мучение. То есть это сатанизм в чистейшем виде. Ну ладно, значит, это вот как бы целое. Ради этого вообще весь и рассказ-то ведется. То есть надо так, еще раз подчеркиваю, организовать жизнь элементиков суперсистемы, которые являются человеческое общество, чтобы все мы, пребывая в среде, а мы же не можем среду отменить, кушать надо, одеваться надо, передвигаться надо. Но надо так жизнь организовать, чтобы на это
как можно меньше тратить времени, а больше времени тратить на достижение той цели, ради которой вообще суперсистема и организована. Давление среды на суперсистему. И вот фактически все, что я вам сказал, я сейчас, ну, по элементам можно рассказывать. Ну, вот по элементикам мы идем. Давление среды на суперсистему. Вот опять картинка знакомая, элементы суперсистемы, среда, иерархически наивысшее объемлющее управление, Бог. Вот, элементики, они колеблются, вот их проблемы, так сказать, они колеблются, решают проблемы. Один с такой частотой, другой. Среда действует над них, видите, давлеющие факторы, более, значит, медленные процессы, частота медленная. То есть среда оказывает свое давление, воздействие на суперсистему. Воздействие среды, как и все, в общем-то, в природе, носит колебательный характер. День-ночь, зима-лето, холодно-жарко и так далее. То есть, вот, дождик, снег. Но частоты этого воздействия среды достаточно низкие по сравнению с минимальной частотой, с которой элементы суперсистемы способны изменять свое информационное состояние. Я вышел на улицу, ах, и оделся, или зонтик, раз, и все. То есть я быстро меняю свое состояние. А факторы, которые у нас, они медленные. Вспоминайте закон времени. Помните, там медленно меняющиеся факторы. А теперь нашей средой обитания стало что? Не природа, а техносфера, которую мы создали. А в этой техносфере, в погоне за мани, что? Надо сегодня крашеная вода в моде, я продаю красную, Кока-Кола. Кока-Колу не покупают мне, чтобы сбыть я новую, какую-нибудь зеленую воду, какую-нибудь, значит, там, другую колу. И ради того, чтобы сбыть, происходит частота обновления вот этого социальной среды, она частая. Короткая юбка, длинная, длинная, средняя. С карманами пиджак, как у этого из мультфильма, и со змеей Скоропеей. Без карманов. И пошло-поехало. Лишь бы сбыть, лишь бы сбыть. Идет перемолот продукта, все. То есть мы создали такую среду сами себе, которую человек не успевает поворачиваться. Где, чего? Он не успевает отражать. То есть частота стала такой, что человек не в состоянии ее отразить. А если он не может отразить давлеющий фактор, чего будет с ним? Ку-ку, то есть нету. Значит, эта система его раздавит. Вот в законе времени как раз об этом и говорится, что это новое информационное состояние создало такое давление, когда мы должны пересмотреть вообще все правила жизнеустройства на Земле. То есть правила, вспоминайте, подводную лодку. Ну вот, собственно, я вам рассказал, о чем здесь нарисовано, значит, на этой картинке. И кончается чем? То, что тоже уже было сказано. Поэтому надо что сделать? Обеспечить устойчивое пребывание суперсистемы в среде и работать на достижение целей, поставленных иерархически высшим объемлющим управлением. С момента введения суперсистемы во взаимодействие со средой, информационное обеспечение элементов, соответствующей адаптационной части, то есть верхней части пол яйца, вот этого, оно развивается в иерархически наивысшем объемлющем управлении в процессе самоуправления элементов на основе фундаментальной части. Ну, то есть, фундаментальная часть – основа, и без нее не может быть развития, то есть, должен быть некий материальный носитель. А адаптационная часть, она развивается под воздействием среды иерархически высшего объемлющего управления, на основе, находясь на основе фундаментальной части. И вот иерархически наивысшее объемлющее управление носит по отношению к этим элементикам двухуровневый характер. С одной стороны, это процессы самоуправления, а с другой стороны, объемлющее иерархически управление, непосредственно внешнее управление по отношению к элементам. То есть вот и суперсистема в целом, и каждый элементик в отдельности, значит, оказывается под воздействием чего? Под воздействием непосредственно управления со стороны Бога и
Дальше он в режиме самоуправления, как и вся суперсистема, в пределах Божьего попущения. Вот, собственно, тут все просто, ничего нет нового, за исключением вот того, что надо сопрячь это с фундаментальной частью и адаптационной частью. Ну, целесообразно будет сейчас дать некие определения, то есть вот вмешательство с этих уровней иерархии как. Вот на этой картиночке что изображено? Опять есть некая суперсистема X, она действует в среде, введена в среду, рядом с ней действуют взаимодействующие суперсистемы Y и Z. Все это находится под иерархически наивысшим объемлющим управлением, поэтому какие вот определения? То есть иерархически высшее управление, без слова объемлющее и наивысшее, это прямой информационный обмен суперсистемы с какого-либо уровня иерархии. Опосредованное управление суперсистемой – это когда на суперсистему оказывается управляющее воздействие либо со стороны среды, либо со стороны взаимодействующих суперсистем. И вот вся совокупность, а Бог может действовать и так, и так, и так, и как хотите, значит, иерархически наивысшее объемлющее управление – это вся совокупность воздействия информационного на функционирование суперсистемы. То есть, надо вот четко понимать, иерархически высшее управление – это когда оказывается управление со стороны более высокого уровня иерархии суперсистемы. А посредованное – это когда через среду или соседние суперсистемы. И наивысшие объемлющие – это вот когда во всей совокупности, поскольку Бог может действовать как напрямую вмешиваться информационно, но он делает это во всей совокупности, в том числе со всех уровней их иерархии, и в том числе через воздействие на сопряженный элемент. Поэтому среда может быть фрагментом иной, объемлющей исследуемую суперсистему. Может быть совокупностью суперсистем. И вот эта вот иерархичность суперсистем, она определяется порядком расширяющейся последовательности объемлющих вложений. Вот это вот, ну, я понимаю, что сложно, может быть, некоторым, вот я сказал, порядком расширяющейся последовательности объемлющих вложений. Ну, сейчас люди скажут, что это тут заморочка какая-то. А это очень просто. Вот образ русской матрешки, представьте себе, здесь матрешка изображена. То есть эта иерархичность не так, вот я выше, значит я сильнее, еще выше, еще выше. То есть это условное изображение, вот уровень иерархии. А на самом деле это как бы объемлющая матрешка. Вот если какой-то процесс объемлет вот эти процессы, он объемлющий по отношению к этому процессу. А есть процессы, которые объемлют и эти процессы, то есть они на них оказывают воздействие. Поэтому чем шире захват вот всех процессов, которые ходят внутри, вот этот уровень, он наиболее сильный. Ну и это определяется иерархичность. То есть иерархичность это не выше, ниже там по небесам, а это вот как русская матрешка. Видите, она значит, вот одна матрешечка, в нее вкладывается там другая и так далее. Ну русскую матрешку все знаете. То есть не будем тут рефлексировать. Поэтому рассмотрение суперсистемы – это один из этапов полной функции управления. То есть выделение из целостности мироздания, некого фрагмента этого мироздания и ее исследование – это один из этапов полной функции управления. То есть, а это всегда субъективно. То есть, а что ты выбрал? А ты учитываешь те факторы, которые воздействуют на это? Поэтому опять это всегда надо помнить схему. Вот она. Есть некая суперсистема, она действует в среде. На среду оказывает воздействие иерархически высшее управление. Иерархически высшее управление на суперсистему. Значит, опосредованное управление. Ну и на самом верху иерархически наивысшее все объемлющее управление. Бог, который вот оказывает. Поэтому рассмотрение суперсистем – это один из этапов полной функции управления. Это целостный процесс
управление в мироздании при выделении из него суперсистемы по некому набору параметров, он также распадается. И можно рассматривать управление отдельно средой, самоуправление суперсистемы вот, внутри суперсистемы и в среде, прямое иерархически высшее управление и опосредованное управление. То есть вот здесь схемой показано это. То есть когда мы с вами рассматривали, вот есть объект управления, субъект управления, прямая связь, обратная связь. Есть другие такие же элементики. Все это входит в некую суперсистему. Вот она. Суперсистема по отношению к ней, значит, есть субъект управления другой, среда, предположим, и среда оказывает свое воздействие в целом на эту суперсистему, оказывает воздействие на каждый элементик. Среда, как объемлющее управление по отношению к этому, оценивает состояние своего управления и корректирует управление вот по отношению, если она, конечно, обладает интеллектом. То есть вот владение этой схемой, помните, мы с вами всегда смотрели, рассматривали, что надо всегда перед глазами, когда смотрите на какой-либо процесс, начиная от электроны, ядра атома и кончая там кометами, планетами, социальными процессами, всегда надо держать перед глазами вот мысленно эту схему. Объект, субъект, прямая связь, обратная связь и так далее. И все, что связано с пониманием основных положений достаточно общей теории управления. Следующий момент, значит, влияние интеллекта на взаимодействие среды и суперсистемы. Важный момент тоже. Посмотрим на суперсистему с позиции сопряженного с ней интеллекта как единое целое. То есть вот есть суперсистема, она обладает интеллектом, на основании чего она может самоуправляться, может воздействовать на другие фрагменты, значит, суперсистемы. Вот среда воздействует, иерархически наивысшее объемлющее управление тоже воздействует на суперсистему, ну и так далее. Существование суперсистемы протекает под давлением среды. То есть хотим мы или не хотим, значит, но среда оказывает давление на нас, на человеческое общество, если говорить и рассматривать, а мы договорились именно об этом. Но интеллект, он сам определяет характер своего информационного обмена с суперсистемой, с ее внутренней иерархией, с сопряженным с ним интеллектом. То есть интеллект сам определяет. Поэтому, исходя вот из этого, иерархически высшее управление может носить крайне разнообразный характер по отношению к суперсистеме. И вот здесь нарисовано от максимума до минимума. То есть, значит, иерархически наивысшее управление может, значит, минимально не вмешиваться вообще в процессы и вмешиваться только тогда, когда вектор ошибки самоуправления суперсистемы выходит за допустимые ей пределы. Ну, это вот вообще по отношению к нам, мы когда говорили о пророках, да? То есть Бог как бы говорит нам, суперсистеме: а, люди, живите, я вас наделил большой свободой воли, вот только так, за рамки Божьего попущения не заходите. Если человечество заходит за рамки, он начинает подсказывать, как посылает пророков, то есть это вот минимальное вмешательство. До максимума, это вот, то есть минимальное вмешательство, до максимума это когда? Когда, если суперсистема достигла какого-то критического состояние, когда вот-вот развалится, а цель это по отношению к суперсистеме есть, и еще есть возможность поправить положение, это то, что называется прямое богодержавие, то есть прямое вмешательство, значит, и непосредственно управление всеми процессами. Вот, но в любом из, а между этим, между максимумом и минимумом, есть множество различных вариантов, и опосредованно подсказать, вот сейчас приблизительно такой процесс и происходит. В любом из вариантов иерархически высшее управление на сопряженный интеллект суперсистемы, на суперсистему в целом, на ее фрагменты, ее на отдельные элементы, ложатся два комплекса частных задач.
И мы с вами об этом говорили уже, вот, когда, так сказать, в свободной форме, без влияния вот, рассмотрения этого вопроса. Первое. Выдержать давление среды, то есть среда действует, выдержать. Помните, я говорил, питаться надо, одеваться, там, передвигаться и так далее. Второе. Свободные от этого ресурсы использовать для достижения целей, ради которых суперсистема введена в среду. То есть работать на достижение целей, поставленных Богом по отношению к человечеству. Вот эти два комплекса задач, они образуют во времени поток целей управления в отношении среды. То есть эти две задачи есть? Есть. И эти вот задачи ставят определенные цели для их достижения. И здесь мы выходим на рассмотрение какого вопроса? Рассмотрение вопроса устойчивости суперсистемы. Теперь вспоминайте устойчивость, определение устойчивости, одно из ключевых положений достаточно общей теории управления. Что считать устойчивой? Помните, мы показывали, наша цель – коммунизм. Идем устойчиво к коммунизму. Шаг влево, шаг вправо, нас на нужный курс пришли. Оказалось, пришли не туда. То есть надо менять не только курс и ликвидировать отклонение, но корректировать и цель. Вспоминайте схему, которую мы рисовали, три схемы управления, помните? Предиктор, корректор, то есть выставил цель, начал движение, смотришь, ага, нормально, ненормально, корректирую цель. То есть речь идет не только о корректировке курса к цели, но и корректировке самой цели. А как эту цель распознать? Надо вступить опять в диалог с Богом, ну и вот все, что мы с вами уже об этом проходили. Так вот, устойчивость суперсистем, это я просто вам напомнил. А это все уже, вот если просто так рассказывать, это все уже надо знать. Ну, поскольку мы первый раз с вами все это изучаем, значит, вот есть некие напоминания. Поэтому, если все ресурсы суперсистемы идут на поддержание устойчивого пребывания в среде, то ее производительность суперсистемы в отношении тех целей, ради которых она введена в среду, она равна нулю. То есть мы не выполняем задачи, возложенные на нас Богом. Ради чего мы созданы, мы этим не занимаемся. Мы только, значит, удовлетворяем все растущие материальные потребности. Все. Значит, это материализм так делает, а другие духовность, то есть ухожу в себя и не интересуется, вот я самосовершенствуюсь. А как общество устроено, меня не интересует. А суперсистема-то есть? Она же в целом, по отношению к ней тоже есть задача, какова она будет? А эти все восточные учения, это меня интересует. Я сам вот совершенствуюсь, а это как бы само собой получится так. Неверно. А если еще суперсистема подавляется средой, а нашей средой обитания стала техносфера, да? Когда все люди тут, надо как у людей жить. У соседа дача, я, Вань, такую же хочу. Помните, да? То есть что такое? То вообще нет речи о достижении ею вот каких-либо целей. То есть вообще говоря, вот нарисована планета Земля, есть на ней суперсистема человечества, и человечество занимается дуристикой по концепции сатанинской, библейской, в которой мы живем. Значит, счастья на земле нет, счастья на небе, смирись, кайся, цель человека, значит, попасть в рай и так далее. То есть вот эта вся дурень. То есть мы не выполняем возложенных задач, задач Бога. Вот. В этом случае, в этом векторе целей, на первом приоритете, вот здесь на картиночке, будет что стоять? Пребывание в среде с некоторым запасом устойчивости на случай возрастания давления среды. А запас устойчивости суперсистемы в отношении ее пребывания предстает как общая численность ее элементов, неиспользуемых в данный момент времени для отражения и поглощения давления среды. То есть запас устойчивости суперсистемы в отношении пребывания ее в среде, чем определяется? А сколько элементов не заняты этим? А теперь сравните, а у нас сколько не занято?
Ну, скажем так, кто занимается фундаментальными науками? Единица. А сейчас и фундаментальные науки хотят средить на нет. То есть все занимаются отражением воздействия среды. Все пределы. Все работают, и им некогда голову поднять и задуматься о Боге и так далее. Что это такое? А запас устойчивости суперсистемы должен определяться высвобождением свободных элементов, которые бы занимались чем? Распознаванием возможно возникающих факторов. А так задачу вообще никто не ставит. Если и ставит, то не понимая сути ее, а просто так, ну чисто интуитивно. Вот. Поэтому, но в этом случае этот же запас устойчивости суперсистемы, это ее элементные ресурсы, которые только и могут быть задействованы для целевого взаимодействия ее со средой в соответствии с вектором цели иерархически высшего объемлющего управления. То есть этот запас устойчивости одновременно определяет возможную производительность суперсистемы в отношении среды. Ну, то есть масло масляное, то есть опять мы говорим, либо мы отражаем воздействие среды на нас и не занимаемся, значит, главным, ради чего среда создана, работой на достижение целей, поставленных перед суперсистемой. Выводы отсюда какое? Освоение потенциала развития суперсистемы заключается в том, что ее надо выводить на максимальную производительность в отношении среды по вектору цели иерархически высшего объемлющего управления. Ну вот это по-научному, а по-простому мы уже опять-таки в самом начале, то, что я вам очень просто сказал. То есть надо организовать жизнь суперсистемы таким образом, чтобы было как можно больше времени у каждого элемента, а некоторые элементы суперсистемы надо вообще высвобождать, чтобы они работали на достижение целей, поставленных иерархически наивысшим объемлющим управлением, и вот меньше времени тратили на отражение давления среды. Вот и все. То есть вот эти две задачи, они взаимозависимы друг от друга. То есть и давление среды надо отражать. Значит, вот для этого надо так, чтобы как можно меньше усилий тратить, а основные усилия направить на достижение цели, ради которых создана суперсистема. С позиции этого можно и подойти к оценке качества управления, вот, как по запасу устойчивости пребывания в среде, так и по производительности суперсистемы в отношении среды. И вот здесь, значит, вот такой простенький график можно нарисовать. То есть, если, значит, производительность суперсистемы по отношению той цели, ради которой она создана, растет, значит, все это нужно, как нужно. А если производительность падает, то это не нужно. Как сейчас делается? А глобальный предиктор, он старается так, что все элементы были некомпетентны, ничего не понимали, да, что все они были задействованы, более того, он считает, элементов на Земле много развелось, поэтому их надо, так сказать, выкосить, значит, уничтожить и так далее. То есть цели глобальной этой мафии, по терминологии концепции общественной безопасности, глобальный предиктор, это чисто сатанинские цели, которые привели суперсистему вот к глобальному системному кризису, значит, и подвели фактически к глобальной катастрофе. Освоение суперсистемы потенциала развития. Ну, здесь очень коротко, давайте вот вспомните, это глобальный исторический процесс, вообще говоря. То есть теперь уже смотрим на него с позиции функционирования суперсистемы. О чем здесь идет речь? Вот была введена суперсистема в среду, вот взаимодействующие суперсистемы, опосредованное управление, вот иерархически наивысшее объемлющее управление и так далее. То есть все вот это есть. Вот человечество фактически в биосфере планеты Земля на Земле живет. Начало освоения суперсистемы потенциала своего развития началось. Действует среда,
на человечество действует. Значит, как она действует? Поток целей может иметь три составляющих. Первое – это непрерывное взаимодействие со средой, постоянное во времени и по характеру. Вот, а действительно, некоторые факторы на нас постоянно воздействуют. По отношению к этим факторам, что суперсистема должна делать? Она их должна постоянно и отражать, правильно ведь? То есть, если какой-то фактор постоянно действует, на него надо, чтобы были какие-то элементики, которые бы отражали. Ну, давайте так, по-рабоче-крестьянски посмотрим. Какой фактор действует? Каждые элементики суперсистемы должны, ну, питаться, вообще говоря. То есть, кормежка должна быть, иначе помрем. Поэтому для вот этого воздействия должны быть постоянно функционирующие структуры. Какие? Сельское хозяйство, да? Значит, выпечка хлеба и так далее. То есть обеспечение людям, людей продовольствием. Значит, но кроме этого, вот этих факторов действуют циклические и регулярно повторяющиеся, однозначно предсказуемые воздействия. Ну что, зима появляется, лето появляется. Вот это порождает структуры, которые циклически должны работать. То есть, какие это структуры вот, применительно к нашей жизни? Готовь сани летом, телегу зимой. То есть, зимой должны быть снегоочистительные машины, да? Летом поливальные машины. То есть, ничего хитрого нет. То есть, есть факторы среды, которые действуют постоянно. Поэтому в суперсистеме должна быть такая структура. Бесструктурно появиться из бесструктурного воздействия, помните, структурное рождается из бесструктурного, то есть, когда информация воздействует, и складывается структура. Вот у нас и сложились. Структура, как его, общепита там, или как он сейчас называется, значит, она постоянно действует. А вот структуры, которые обеспечивают там дороги, ну вот я на примере то, что все знают, и там более сложные не будем брать, значит, снегоочистительная техника зимой, летом, значит, там другая техника. Это те, кто действует циклически. Ну и, наконец, последние факторы, которые вот есть, это эпизодические взаимодействия, взаимодействующие, статистически упорядоченные, предсказуемые только в неком вероятностном смысле. Ну, скажем так, вот... Может на нас комета упасть? Вообще говоря, может, то, что мы с вами говорили. И что? Нам надо тогда держать постоянно в боевой готовности некую структуру, которая бы ждала, когда же комета прилетит. То есть этих людей кормить, зарплату платить или как-то организовать. То есть, значит, вот это вот порождает бесструктурное управление статистическими характеристиками. То есть надо так организовать, чтобы все структуры работали на эту цель, но постоянно действующих не надо. Но когда надо, вот опять вспоминая этот фильм «Армагеддон», значит, такая вероятность есть. У нас есть, ну скажем, даже сейчас, вот то, что рассмотрим, то, что я знаю и в чем специалист. Есть ракетные войска, и там они есть. Есть ракеты с ядерными зарядами. Значит, и мы готовы друг друга мочить этими ракетами. Значит, они есть, они стоят наготове, они ждут войны. Но если появляется астероид и человечество в опасности, значит, что можно сделать? Можно так организовать отражение, что, значит, полетные задания ракетам можно сделать, вот, и они, так сказать, пускать их по очереди и разрушать этот астероид, попадая на него там ядерными зарядами на подлете. То есть в этом смысле, если человечество, а оно же сейчас уж я забегаю вперед, скажу, вот человечество в целом суперсистема, но она состоит, помните картинку, западная цивилизация, восточная цивилизация, Россия сама цивилизация, то есть несколько суперсистем. То есть, как бы вот в суперсистеме есть некие подсистемы супер-пупер. И они все разрознены, они в антагонизме. Почему? Потому что такая концепция «разделяй, стравливай, властвуй». И она стала нежизнеспособна. Вот опять вам на этом примере пример. Но важно-то что, вот из всего, что я сказал сейчас, понять, что
среда воздействует на суперсистему по-различному, то есть некоторые факторы действуют непрерывно, значит, нужны структуры, которые непрерывно работают на отражение. Есть, которые циклически, поэтому отчет держать надо циклически. А есть факторы, которые вероятностно, очень носят вероятностный характер. Поэтому надо так организовать работу суперсистемы, чтобы при появлении такого фактора быстро сложилась структура из бесструктурного и отразила этот фактор. То есть вот, собственно, о чем идет речь. Вот, исходя из этого, взаимодействие суперсистемы со средой невозможно без отображения информации из среды в суперсистему. И это ведет к изменению упорядоченности суперсистемы. То есть надо выстраивать определенный вектор целей в отношении вот всех этих факторов. Поэтому, исходя вот из выстраивания вектора целей, взаимоперетекание структурного и бесструктурного способов управления можно организовать в соответствии с полной функцией управления. То есть полная функция управления, помните, опознавание фактора среды, формирование стереотипа распознавания, формирование вектора целей, формирование целевой функции управления, то есть концепции управления, организация структуры, значит, организация контроля, поддержание работоспособности структуры. Вот полная функция управления. Значит, поэтому, исходя из этого, если некий элемент, вот он, некий элемент, распознает факторы среды, с которым он сталкивается. Второе. Распространит информацию об этом факторе среди других элементиков суперсистемы. Информация будет принята другими элементами, обладающими в своей памяти необходимой концепцией управления. И тогда эта концепция будет передана инициатору порождения структуры, и найдутся элементы, свободные или взятые в структурах с менее важными приоритетами, обладающие специализацией, необходимые для вновь создаваемой структуры и так далее. Вплоть до того, что процесс управления завершится по полной функции управления с приемлемые сроки. Вот что я наговорил, теперь расскажу по-простому, на примере этой вот картинки. Что происходит? Это происходит сейчас в отношении вот концепции «мертвая вода». Вот нашелся элементик, вы все его знаете, это что, внутренний предиктор СССР, который распознал факторы, которые воздействуют на наше общество. Он сформировал информационный модуль, это концепция общественной безопасности. Сейчас этот информационный модуль доводится, видите, до других элементиков, которые в состоянии все это понять и осознать, принять к действию. Тогда они сложатся в некую структуру из бесструктурного, которая будет в состоянии отразить фактор, который воздействует на эту систему. Вот все, что я вам рассказал. Значит, это вот так сложно описано по-научному, а по-простому это выглядит так. И это, как вы видите, сейчас реализуется. Значит, вопрос только в скорости этого процесса. А скорость этого процесса зависит от кого? От нас с вами, то есть насколько скоро мы будем вот методом автосинхронизации распространять эту информацию среди той суперсистемы, в которой мы с вами живем, в том числе и за границей. Ну, как идет ход этого распространения, это будет вот в заключительной части нашего курса лекций по концепции общественной безопасности. Сейчас мы пока подводим такую некую теоретическую базу. Вот. Поэтому замечания какие можно к этому дать. Вот наблюдатель, вот он наблюдатель, не имеющий понятия о бесструктурном управлении, он вполне устойчивое бесструктурное управление может воспринимать либо как стихийный неуправляемый процесс, ну мы с вами уже говорили, помните, порядок из хаоса, где рассматривали в самом начале лекции по достаточно общей теории управления, либо он будет искать стабильные структуры там, где их нет, то есть он говорит, где у вас, чего, а мы говорим, да нет, вот сама информация, а он думает, где-то там кто-то сидит, какой-то агент, который... А все очень просто, все это бесструктурно распространяется. Значит,
И еще важно, что, значит, вот здесь нарисована такая картиночка. Это изменение социального эталона чистоты, вот изменение технологий, помните, по закону времени, и наблюдатели. То есть каждый видит свой отрезок времени. Значит, есть некие процессы, которые отслеживают мафии, значит, вот всякие оккультные ордена, там, масонские ложи и так далее. И они длятся, то, что мы говорим, ну вот мы привыкли мыслить пятилетними там планами, да, а есть 50- и 100-летние планы. И обыватель, который вот не имеет представления о том, что мы сейчас говорим, он не видит этих процессов. Почему? А потому что они просто носят длительный характер, и он не улавливает тенденции за время своей жизни. Но так было до изменений соотношений эталонных частот. Сейчас все процессы по закону времени настолько обнажились, что мы уже видим, и кому вручают масонские ордена там, и ложи. То есть все сейчас, вот эти масонские ордена и ложи, это все детские игры. И тот, кто вот преувеличивает, там, он масон, ну и что масон, что от него толку-то? А если раньше еще это имело какой-то смысл, то сейчас это просто детские игры. Все, после изменения информационного состояния, значит, ситуация изменяется очень быстро, и их все планы рушатся. И они сами того не зная, они пробалтываются, значит, о происходящем. Ну, надо только уметь различать вот эти процессы, и все. И все тайное становится явным. Но это вот для эрудиции, как говорится, к слову. Соотношение структурного и бесструктурного управления. А почему эта картиночка была нарисована? Потому что управление как раз вот суперсистемой со стороны этих масонских лож, там всяких орденов, оно носило какой? Бесструктурный характер, то есть внутри это была структура, а по отношению к остальному человечеству носила бесструктурный характер. То есть распространялась информация определенная, которая готовила общество к восприятию чего-либо. Но я вот вернусь к пророчествам, потому что в принципе можно без конца иллюстрировать всякими примерами, да? Вот, ну и в принципе мне хочется как бы поделиться, но всего не расскажешь, поэтому я вот в этой части нашей встречи, видео-встречи, скажу так, что вы не думайте, что я вам за этот вот курс лекции расскажу все-все-все, я в общем-то и сотой части, даже если хотел бы, не рассказал, потому что всего не расскажешь, хочется просто вот дать канву такую, которая как бы, ну, выстроила у людей представление, вот как это все делается, то есть как это все происходит. Ну, стержень какой-то, скелет дать. А мясом надо, конечно, то есть умощнить фактологическим материалом и так далее. Но я иллюстрирую вот эту масонскую всякую проблематику, вот скажу так. Вот как мы уже рассмотрели с вами пророчества, прогнозы там и так далее. Вот как они это используют и как относиться к этому надо. Вот предположим, мы с вами мафия. Мы запланировали в такое-то время, значит... Ну, осуществить, предположим, революцию в стране X. Мы знаем, там, 10 лет уйдет на то-то, 5 лет на то-то, там, деньги, вождя надо подготовить, еще что-то, ну, приблизительно. Значит, сроки, конечно, самые приблизительные, и мы пускаем дурочку такую в общество. Но в основном книжки всякие там. Ну, я чтобы в красках не скучно было, говорю, Нострадамус, что он, предсказамус, настрадал. Нострадамус сказал, что в начале века, ну, в начале, в северной стране произойдут трагические события, причем будет это делать там, значит, какой-то человек, как это Мишку Горбачева, там, пятнистый какой-то и так далее. То есть в самом общем виде формируется вот эта вот матрица такая, да, а потом... Люди это дело воспринимают, ну как же, предсказамус, настрадал. А потом, когда это делается определенными структурами, все говорят, ну это само получилось. То есть скрывается управление, понимаете? То есть то, что все это делается целенаправленно, есть структуры, а люди не видят этого структурного управления. Для них
история идет сама собой, как ступа с бабой-ягой. Вот вам иллюстрации, поэтому ко всем этим предсказамусам и прочим гаданиям, значит, надо относиться, ну, я хочу сказать, серьезно. Но серьезность-то с чем? Вот когда появляются какие-то там, один сказал, другой, это стали использовать, кстати, зная нашу концепцию, стали использовать спецслужбы. Вот, поэтому в газетах, в журналах там, значит, говорится о том, что будет в верховной власти, какие реформы будут приниматься, значит, и все это увязывается там с какими-то предсказамусами и прочими, так сказать, гаданиями. И народ не видит в этом, что это все уже предусмотрено к этому, и его, самое главное, подготовили, то есть он уже готов, что да, в начале века или там в 21-м году там произойдет что-то такое, то есть. Нагадали же так, так будет. Вот. Вот о чем идет речь. Если информационный объем со средой превышает объем вполне определенных возможностей суперсистемы, то организация самоуправления суперсистемы только структурным способом приведет к тому, что в каждый момент времени часть целеориентированных структур будет бездействовать, а организовать взаимодействие по каким-то целям будет невозможно из-за отсутствия свободных элементов. Это ситуация срыва управления. Ну и теперь вот смотрим на рисунок. Я это вот так вам зачитал, а теперь смотрите. Есть суперсистема, есть элементики. Эти элементики сведены структурным способом во всякие организации. Одна организация занята этим, одна организация там этим и так далее. Все пределы. И нет ни одного свободного элемента. И эта организация отражает вот это воздействие среды. И эта организация отражает и отслеживает вот это воздействие и так далее. И когда появляются новые воздействия среды, и если структуры соответствующие не будет, что произойдет? Суперсистема будет уничтожена. Поэтому должно быть сочетание структурного и бесструктурного способа управления. И если вот уж говорить о концепции общественной безопасности «мертвая вода», то почему наша наука не смогла сформулировать вот свое отношение к тому фактору, который мы назвали законом времени? Информационное состояние общества изменилось, а никто этого даже не заметил, то есть не придали значения. Не распознали этот фактор. Кто распознал? Внутренний предиктор СССР. А что, это за организация какая-то? Нет, это обыкновенные инженеры, люди, самые обычные. Но необычность их в чем? Они выпускники первых суворовских училищ, при Сталине, которые были. И им давались такие знания при Сталине, при той системе образования, которые позволили им, владея этими знаниями, распознать факторы. Вот вам опять мощь сталинской системы. Значит, и сейчас, вот сейчас, благодаря именно деятельности вот этих людей, значит, вообще человечество выйдет из глобального системного кризиса, потому что информационный модуль, концепция общественной безопасности, создан. Ну а дальше, это вот практика наших дней, жизни. А с научной точки зрения, то, о чем мы говорим, оно содержательно опять в чем заключается? А в том, что для того, чтобы суперсистема устойчиво функционировала и могла отражать возникающие в ходе ее деятельности факторы воздействия среды, в том числе и порождаемые внутри самой системы, надо, чтобы элементики суперсистемы обладали необходимыми знаниями для возможности распознавания этих факторов. Опять мы выходим на что? Одна пирамидка, другая пирамидка. Надо владеть методологией. Все. Значит, система образования должна быть такая, чтобы все элементики суперсистемы знали вот это. Вот и все. Система образования сейчас такая? Не такая. И многие восхищаются этими специализированными школами. А это как раз вот
знаешь вот это вот, а дальше этого ничего не понимаешь. Вот вам специализация. Поэтому соразмерность должна быть. Должно быть какое? Мозаичное восприятие мира, а не калейдоскоп. Вспоминайте. Опять самые первые лекции «Триединство материи, информации мира и мировоззренческие системы». Поэтому вот этот важный вывод, необходимость того, чтобы вся информация из памяти суперсистемы была доступна всем ее элементам, это очень важный вывод. Вот на этой картиночке изображено вот что. С двумя векторами. Вектор целей, значит, суперсистемы, и вектор иерархически наивысшего объемлющего управления. Какая здесь задача решается? Смотрите. Итак, есть суперсистема, она обладает интеллектом. Значит, она самоуправляется, осуществляется информационный обмен с иерархически наивысшим объемлющим управлением. Есть воздействие со стороны среды и других иерархических систем. То есть все как в целостной системе мироздания. И речь идет о чем? А когда будет самый лучший режим вот самоуправления суперсистемой? То есть когда, вот как можно считать, что эта суперсистема действует очень здорово, ее качество работы очень хорошее? А очень просто, как оценить? Смотрите, если у суперсистемы есть вектор целей, то есть на первом месте, значит, одна цель, на втором, на третьем и так далее. То есть на первом самая важная цель, на втором менее и так далее. И в конце списка целей те, от которых можно бы отказаться. А теперь представим мысленно, что Бог и иерархически наивысшее управление имеет по отношению к нам такой же вектор. То есть его на первом месте, на втором, на третьем и так далее, по отношению к суперсистемам. И тогда когда будет самое качественное выполнение задач? Когда вектор целей вот, функционирования суперсистемы будет совпадать полностью с вектором целей Бога. Но это идеальный вариант, мы понимаем, что вот такого это, то есть пока трудно достичь. Но стремиться к этому надо. Поэтому даже из того, что мы вот с вами уже рассмотрели, речь идет о чем? Значит, как вот формулировать функционирование суперсистемы? А это так, суперсистема, суперсистема. А что это такое? Это все граждане нашей страны, между прочим. Руководит страной правительство. Значит, какой должна быть программа нашего правительства и главы государства? Какое общество мы строим? По какой концепции живем, какой вектор целей, мы уже говорили с вами, помните, когда просто рассматривали безотносительно суперсистемы вектор целей. Какой вектор целей, куда летит наша страна, никто не знает. Какое общество строим, чего должны достигнуть, никто ничего не знает. Надо что-то делать, тут суета какая-то, меняют бирки на кабинетах. То есть это вообще говоря с позиции вот этих знаний просто смешно. Значит, ну а все-таки вы скажете, ну а что надо? А надо вот что на первое место. Если мы говорим об устойчивости суперсистемы, и даже то, что мы рассмотрели, что надо? Надо, значит, рабочий день сокращать, наверное, чтобы люди работали на свое самообразование. Значит, надо менять вообще всю культуру. А то, смотрите, беру от жизни все, это дуристика. Это просто, ну, нормальному человеку на это должно быть смешно. Железо тратится на эти вот огромные, я не знаю, как тут хочется матом выругаться, эти вот по дорогам стоят эти железобетонные столбы, значит, агитационные там. Значит, кто курит Мальборо, тот ковбой и прочее, это дуристика из трех слов. Значит, а надо что наоборот? Образование какое должно быть? Менять нравственность людей? Значит, все это должно включаться в вектор целей. Ориентировать на демографически обусловленный спектр потребностей. А у нас что? Об этом вообще никто и не говорит. Значит, в векторе целей нашей страны. Вообще вектор целей никто, говоря, вообще не знает. Вот, поэтому... И даже из того, что мы с вами вот рассмотрели, из функционирования суперсистем, можно сформулировать и вектор целей
строительство нашего общества, государства, какой должна быть промышленность, какое должно быть образование, чем учить, какой должна быть система здравоохранения, каким должен быть отдых людей, на что он должен быть направлен. Значит, ну и если это вот все будет включаться, тогда мы будем работать на достижение целей, выставленных по отношению к нам иерархически высшим объемлющим управлением, то есть Богом. Теперь вот следующий интересный вопрос. Все говорят там, собор, русский собор, а что такое собор? Ну это вот когда, а что когда? Что такое собор? И что такое соборный интеллект? Если элементы, образующие суперсистему, сами обладают интеллектом, то при информационном обмене между собой они, вероятностно предопределенно, порождают соборный интеллект. И вот здесь этот соборный интеллект представлен. Вот смотрите, один элементик у него интеллект, другой элементик у него интеллект и так далее. Вот это вот соборный интеллект. А что значит соборный интеллект? А соборный интеллект такой, когда по векторам целей каждого элементика они совпадают между собой. Если у меня в векторе целей на первом месте, значит, система самообразования на втором там и так далее, у вас, то же самое у вас, тогда что? Наш интеллект соборный. А если у меня на первом месте, значит, я за царя, а вы за генерального секретаря, то какой соборный интеллект может быть? У нас разные меры понимания. Поэтому вот даже исходя из таких вещей, то есть глубина идентичности векторов целеполагания порождает соборный интеллект. Вот в чем смысл-то, а не то, что вот, что, в чем русскость? Она что, в теле, что ли? Или в анализе крови и мочи? Нет. Она в степени соответствия Богу. И если твой интеллект и мой интеллект и так далее, чем ближе, вот говорят, что такое духовность? Вот говорят, слово есть, духовность. А что такое духовность? Ну, это когда вот он читает духовные книги. Какие книги духовные? Ну, вот он в церковь ходит, он духовный, со свечкой стоит. Очень коротко отвечаю, духовность – степень соответствия Богу. Все. Нормально? Все, вот и все определение. Поэтому можно там всякие красивые слова произносить и так далее. Вот все. А как степень соответствия? Как измерить? А по вектору целей. А как этот вектор целей узнать? А надо вступить в диалог. А как вступить в диалог? А значит, надо чувство меры развивать. Ну и все, что мы с вами проходили. Вот. Поэтому попытки противостоять соборному интеллекту, они всегда, ну, безрезультатны. То есть это бесполезно. То есть это в полном смысле пытка. Ну и, наконец, будем завершать процессы, которые протекают в суперсистемах. И завершим мы чем? Для любых вектора целей можно сравнить на идентичность входящих в них векторов. Отсюда, вот то, что я уже рассказал, глубина идентичности векторов. То есть вот если есть один вектор целей, другой вектор целей, и мощь соборного интеллекта всех нас вместе будет тем мощнее, чем больше вот в этом списке, начиная сверху, будут совпадать мой вектор, ваш и так далее. То есть глубина идентичности, одинаковости векторов целей, множество элементиков суперсистемы будет определять мощь соборного интеллекта. Ну и исходя отсюда, вспомним, когда создавался русский национальный собор Стерлигова, помните? Значит, сейчас вот многие там христианские соборы и так далее. Что? Происходит механическое объединение людей. Вот сейчас даже, так сказать, я здесь у вас в Тюмени, а пришло приглашение мне там нашей партии, ну, в моем лице, партии войти в какой-то фронт национального спасения. Очередной там в Москве создают спасители. Ну, а как войти в этот фронт? Ну, представляете, вот мы входим во фронт. Вот у нас вот такие идеалы, да? А у них идеалы, надо царя-батюшку посадить на трон в России, то есть царя.
Вектора цели-то не совпадают. Чего будет? Все друг с другом переругаются, и все. Почему мы и говорим, что это бесполезно? Вот, если объединяться, то надо на чем-то объединяться. Должна быть общая объединительная платформа. И объединительная платформа в пределе, она приведет опять к чему? Есть Бог? Нет Бога. Материалисты говорят, нет Бога. Ну что с ними там, с зюгановцами? Бесполезно. Другие говорят, Бог есть, но он вот на иконе нарисован. Мы говорим, да не тот Бог. Есть Бог, который есть, а есть Бог, которого нет. Вы говорите про того, которого нет. Как объединяться опять? Бессмысленно объединяться. Поэтому все эти шлакоблоки, все фронты там и так далее, они распадаются. Почему? А потому что вектора цели у них не совпадают. Вот вектор цели, это, так сказать, хорошая штука. То есть наши цели совпадают, мы всегда найдем общий язык. Значит, и я вам, вот, ну, чтобы еще для убедительности, какой пример сейчас расскажу. Проханов, знаете все Проханов, это газета «Завтра», главный редактор. Вот когда они создавали первый национально-патриотический, как он, союз, ну, на базе КПРФ-то был, значит, я уже забыл, в 96-м году это дело было. Вот он выдал что? Выступая с трибуны этого съезда, он сказал, я уверен, создав наш союз, то есть собор там или что-то, мы сметем этот ненавистный ельциничный режим. Значит, меня беспокоит другое. Вот мы объединились, говорит, мы сметем, меня беспокоит другое. Как мы будем разъединяться, когда победим? Почему? А потому что они объединились дружить против кого-то, а противоречия-то остались. Объединились белые казаки и красные, вошли в Кремль. Одни за царя, другие за генерального секретаря. Чего будет? Пики к бою, шашки вон. Мочить друг друга будет. Тем самым что? Не будет устойчивости процесса. Поэтому все вот патриоты, которые говорят, да давайте объединимся, сметем, а потом уж будем разберемся. А не получится. Вот не получится это механическое объединение. И вот нам-то, мы как раз объясняем это другим партиям, что ну бессмысленно, то есть не получится. То есть мы как бы тоже все люди, вот все понимаем, надо, а что толку-то, бесполезно. Объединяться надо, соотнося вот свои вектора целей, если говорить в нашем понятийном аппарате. Они совершенно разные. Вот. На этом мы сегодня заканчиваем. На следующем занятии продолжим еще разговор о концентрации процессов, протекающих в суперсистемах, и после этого перейдем к эгрегорам.